Меня зовут Рюмина Анна, я автор книги «Раненая мама», книги об аутизме. Я тут должна бороться, если родился и живешь в России. Я надеюсь, что эта книга будет полезна не только родителям особенных детей, но и вообще всем людям, которым важно понять, что такое аутизм, каковы его причины, какие существуют методы его лечения и, главное, как остаться счастливым, ресурсным родителям, родственникам ребенка с аутизмом и как можно жить с этим диагнозом в России в трудной жизненной ситуации без денег, без каких-то сложных протекций, волонтеров, помощи. Книга жизнеутверждающая, полезная, всем рекомендую.